простая, но посильная для вас, вы уже сделали. И мы еще раз напомним о том, что функции человеческого духа, три функции, которые мы с вами взяли, это знание. Знание, и вот здесь важно пометить, что знает наш дух, а не наш ум. Знает наш дух. Совесть – это функция тоже человеческого духа, которая ведет постоянную работу, внутреннюю оценку нашего поведения. Свидетельствует об истине или распознает истину, помогает нам это сделать. И общение, общение. Вот общение мы все хорошо сразу вычленили, что наш дух, он общается с Господом. И вот мы с вами брали тему, когда шел разговор о том, что я не слышу Бога, да, как это бывает. И мы увидели, что мы все можем, все слышим, у нас хорошее стабильное состояние духа, но тем не менее, чтобы нам различать где-то манипуляцию, где-то раненое состояние духа, мы стали с вами говорить об ущербе человеческому духу от греха, и мы с вами поговорили о нарушении вот этого понимания. Знание, понимание духа, которое нарушено. По логике, наш дух обновленный, он Писание должен просто как бутерброд с маслом для голодного человека. И хотеть, и иметь, и жевать, и понимать, и насыщаться – но есть то, что неспособность, есть то, что не способен человек воспринимать это Писание, и это вот как раз из разряда ущерба, который нанесен человеческому духу. И есть время для восстановления. Мы говорили о духовной слепоте, о духовной глухоте, которая ведет к очень искореженному состоянию духа. Когда мы говорили, пример брали лицемерие или притворство, мы говорили о фарисействе, когда начинаются какие-то публичные, очень нехорошие вещи, чтобы человек, если уж не имеет, то, по крайней мере, попытался все это пролицедействовать, да, лицемерие и притворство. И вообще грех, который не искуплен, он всегда притупляет духовное чувство. И об этом много говорит Писание. Мы просто с вами бегло проходим по тому, чем мы занимались в прошлый раз. И мы говорили о жестокосердии, получая, появляется безразличие ко всему Божьему. А жестокосердие – это когда волнует только свое, например, и чужая беда она не трогает. Бывает такое у детей, у людей веры, да, бывает такое. Интересует только свое. Есть нежелание к покаянию. Человек явно понимает, что что-то в его поведении, оно… Ну, давайте скажем мягко так. Ну, надо бы от этого избавиться. В его поведении явно есть лишние вещи. И они не во благо человеку. И вот это слово, что все вам позволительно, но не все полезно, оно вот из этого разряда. Но избавляться от этих вещей человек не хочет. И это тоже из разряда духовной глухоты и духовной слепоты. Имеет моральную основу. И люди намеренно это избирают. Намеренная позиция противостояния истине. Знают, что плохо? Знают. Делают? Делают. И это вот нежелание. Нежелание покаяться, где-то может быть безразличие, где-то может быть уже нравственно пониженная планка. Это все даже для верующих людей, покаявшихся людей, заключивших завет с Господом. Это все имеет место. Это все имеет место. Ну и, конечно, демоническое ослепление и обман – это очень обширная сфера, в ней очень много можно находиться. В каждой из этих позиций это урок или даже несколько. Но так как мы с вами вообще заявили очень узкую сферу для нашего обучения – это сны и видения, но есть не закончено то, что было в прошлом году, но очень важно. Поэтому мы в этот раз… Хотя и детализируем, но недостаточно подробно мы это делаем. И, может быть, мы сделаем с вами еще встречу вопросов и ответов. Поэтому где-то для себя помечайте, какая вещь для вас стала непонятной. И, может быть, мы во что-то углубимся. Поэтому помечайте вопросы. Хочу еще сказать в плане небольшой ремарки, прежде чем переходить к теме сегодняшнего разговора. Я, знаете, на чем себя поймала? Переслушиваю наши занятия
И каждый раз начинаю со слов: у нас сегодня очень интересная тема. Я думаю, как же это вам интересно на слух, когда я каждый раз захожу в класс и все время говорю: у нас сегодня очень интересная тема. Дорогие, у нас сегодня, ну, очень интересная тема, потому что мы будем говорить про совесть. Но согласна. Найду какие-то темы другие. Интересные. Да, другие выражения, какие-то синонимы для того, чтобы заменить эту фразу. У нас сегодня очень интересная тема. Не надо, это как конфета не вкусная. Надо. Нас устраивает. Мы очень интересуем прям это. Хорошо, вы меня прощаете, я этому рада. Хочу сказать про конференцию. У нас будет конференция 24 числа, 24 февраля. Из нашего числа будут спикеры. Может быть, даже этим спикером буду я, потому что Господь полагает мне интересную тему для диалога. И это тоже для апостольско-пророческого сезона очень важная тема. Поэтому если это буду я, значит, это буду я. Если нет, то кого-то из вас я попрошу с тематическим словом выйти на эту конференцию. Мы будем стараться все-таки держать ее в формате 2 часа. И чтобы не комкать, мы берем одного спикера. Потому что 2 спикера в 2 часа – это маловато. Для закрепления есть сессионные залы, и хочется больше практики, даже в наших конференциях. Вот такое небольшое объявление. А сегодня совесть. Совесть. Почему с совестью надо разобраться? О чем мы с вами говорили, когда говорили про совесть? Мы говорили про то, что это функция человеческого духа, и она ведет постоянную внутреннюю такую оценку нашего поведения, нашей позиции, правы мы или неправы. Ну и, казалось бы, и достаточно. Казалось бы, и достаточно. Но не так все просто. Я сейчас открою слайд, пусть это будет перед вашими глазами. И мы начнем говорить про то, что есть ущерб и совести нашей через грехопадение. Давайте. Вот просто бегло, просто посмотрите. Посмотрите, и это, кстати, будет для... Сразу можете себе пометить первые 3 вещи. Первые 3 вещи. 3 зала мы создадим, и вы должны будете ответить, что такое слабая совесть, что такое немощная, раненая совесть. Второй зал будет отвечать на этот вопрос. И третий зал будет отвечать на тему сожженная совесть. Мы поработаем в залах сессионных. Для закрепления это очень важно. Оставляем нетронутой оскверненная, злая, порочная совесть, но об этом поговорим, поэтому мне нужно ваше внимание, серьезное внимание, и мы стартуем. Стартуем, и я прошу Господь, Дух Святой, прикасайся сейчас к нашему духу, пусть вместилище наше, оно примет эту тему. Примет эту тему, потому что совесть – это функция человеческого духа. И нам очень важно ходить в целостности, чтобы наша совесть не играла с нами злую шутку. И мы просим тебя, Дух Святой, прикасайся. Мы сотрудничаем сейчас с тобой, отдаем контроль, полный контроль за этим общением тебе и благословляем. Ты самый лучший учитель, ты знаешь, как эту тему подать каждому человеку особо. И вот я прошу сейчас о особом прикосновении в рамках этой встречи каждому сердцу, чтобы тема была понята, принята и осознана, чтобы мы осознанно смотрели на то, как действует в нас наша совесть. Во имя Иисуса молила тебя, и давайте скажем аминь. 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 Вот самое первое и важное, что я хочу сказать, что у совести есть форма и есть содержание. Это немножко необычно для нашего слуха, и, в принципе, форма – это что? Это образ действия совести. Как действует совесть? Она универсальна вообще по сути своей, по форме своей. Она работает одинаково всегда в плане ее формы, как образ ее действия, как она поступает всегда. Она всегда работает одинаковым образом у каждого человека, независимо от возраста, независимо от образования, независимо от культуры. Совесть, она говорит мне, когда я поступаю неправильно. Вот ее задача, ее форма основная. Когда я поступаю правильно, она мне тоже говорит и дает оценку.
моего поведения. Вот это в плане формы. В плане формы. Что нам нужно здесь запомнить? Что универсальность ее, то, что совесть одинаковым образом она дает оценку у каждого человека. Хорошо, плохо, независимо от, от ничего независимо. Ни культура, ни образование, ни жизнь наша не влияет на то, чтобы поменять ее поведение. Совесть, задача в совести разобраться с тем, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо. Вот этим она занимается. Но у нее разное содержание. И вот содержание, вот в плане содержания можете где-то себе тоже пометить, потому что это основание, в плане содержания, это основание, на котором совесть, она творит свой суд. Основание, на котором совесть творит свой суд. И поэтому содержание, оно изменчиво, оно меняется. И вот здесь вот оно зависит. Здесь уже зависит. И от возраста зависит. Потому что с возрастом оценка, поведенческая оценка у человека меняется. Понимание меняется. И, соответственно, само содержание совести, как она производит на основании пережитого опыта с возрастом, да, свою оценку, вот оно изменчиво, потому что поменялось содержание. Допустим, человек был необразован, стал образован, и, соответственно, здесь тоже основание поменялось. У человека появились дополнительные знания. Основание у совести стало другое. Она чего-то не знала, но теперь она обучена. Человек учится. Образование повлияло на основание, по которому совесть творит суд? Да, повлияло. И к этому же относятся и сейчас уже и обстановка, и культура. То, что не влияло на универсальность совести, на то, что она работает одинаковым образом у каждого, плохо, хорошо, она оценивает. Вот ее задача. То на основание, на содержание влияет все буквально. И пережитый опыт, и окружение, и образование, и обстановка, и возраст, и культура. Все это на содержание, на котором совесть творит свой суд, влияет. Влияет. Хотя, знаете, ущерб совесть может иметь в обоих случаях. И в плане ее формы, и в плане ее содержания. На образе деятельности совести, так и в содержании, мы говорили, что образ деятельности – это форма. Хорошо-плохо. Ущерб может сюда прийти. И если говорить, допустим, о форме, а мы говорили, что форма, она неизменна, надо оценить, что хорошо, что плохо. И вот здесь вот представьте, вот первое на слайде звучит слабая совесть. Слабая совесть. Голос и суд совести может быть очень слабым. А раз он слабый, голос звучит, то его легко проигнорировать. Или неправильно понять. И вот особенно ясно это проявляется, когда мы слышим ее голос уже после того, как поступок совершен. Не до совершения, когда совесть говорит, не делай это. А после того, как мы совершили, и она говорит, это плохо. Совесть ослабла. И часто слабая совесть, она у незрелых христиан. И у нас здесь есть место Писания, давайте мы его откроем, почитаем. Есть пример из Писания, первое послание к Коринфянам. Давайте посмотрим на это. 8 глава. И прочитаем с 7 по 12 стих. Но не у всех такое знание, мы говорили, что знание влияет,
Некоторые и до ныне с совестью, признающие идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна или слабая, вот раненая, немощная, они немножко созвучные, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем. Не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знания, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. Вот слабая, немощная, может быть, мне лучше было бы не раненая, немощная поставить через дробь, а слабая, немощная, потому что один и тот же мы с вами читаем отрывок, можно еще другой взять, но возьмем другой, чтобы посмотреть на это же самое действие, хотя и так понятно, вот она, слабая совесть. У кого-то сильная совесть, и человек понимает, что пища не приближает, не удаляет от Бога. А есть те, у которых есть осуждение внутри, что этого делать нельзя, вот я делаю, то ли правильно, то ли неправильно. И его немощная совесть, она начинает его бичевать, она начинает его осуждать. Она где-то изранена, совесть. И отсюда вот ее поведение. А наши знания, они могут погубить немощного брата, потому что совесть еще не окрепла. О чем мы говорим здесь? Что слабая совесть очень часто бывает у незрелых христиан. Еще мало знаний, и в какой-то части человек какое-то знание получил, но оно еще не дало ему откровения, что можно, да? Можно. Можно есть. Это просто пища. Не надо ей придавать никакого высокого смысла. Но есть люди, которые обращают на это внимание. И до сих пор еще совесть их осуждает за такие вещи. Поэтому в этом случае тех, у кого сильная, целостная совесть, есть смысл позаботиться о слабом. И не делать того, что может соблазнить брата. Давайте посмотрим на сожженную совесть. Сожженная совесть. Вот это вот уже более серьезный момент, потому что слабая может стать сильной. И раненая исцелится. Но вот в плане сожженной, как быть здесь? 1 Тимофея. 4 стиха. 4 глава, вернее. 4 глава, 2 стих. Можно даже с самого начала главы прочитать. Давайте прочитаем, чтобы был некий контекст. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителя и учением бесовским. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. Вот здесь знания переплетаются с совестью. Мы говорили о том, что не понимают. Здесь-то понимают. Здесь-то понимают. Здесь включается лицемерие лжесловесников, ну, говоря старославянским языком, сожженных в совести своей. Сожженная совесть. Они знают, что они делают, но совесть их сожженная. И они творят беззаконие,
и совесть их не обличает. Я думаю, это понятно. Это мы говорили с вами про форму, про форму, про образ действия совести. Сожженная совесть не обличает. Слабая совесть может быть услышана тогда, когда уже совершено действие. Раненая, немощная совесть, она начинает действовать в жизни человека там, где у человека со здоровой совестью ничего не происходит. И что хуже, когда человек винит себя за все или за вся, потому что немощная, раненая совесть. И вот мы с вами читали в первом послании к Коринфянам ситуацию, когда один ест, и его ничто не обличает, потому что он хорошо знает, что Бог осветил, то ты не почитай нечистым. Хотя вспомните эту ситуацию, когда Петр не мог понять, что хочет от него Господь. К нему спускается скатерть с едой, которую есть нельзя. А ему Господь говорит, и он думал, что это и не Господь-то вовсе говорит, что возьми это и ешь. Вот она слабая совесть, вот она немощная совесть. Вот еще совесть, которая не поймет, не может разобраться. Давайте посмотрим сейчас на содержание, потому что вот оскверненная и злая, порочная совесть, это касается содержания совести. И оно может принимать вот такие формы. Оскверненная совесть или злая, или порочная совесть. Давайте вот здесь вот поговорим немножко. Запятнанная, оскверненная, загрязненная совесть. Совесть становится восприимчивая к определенным формам зла. Она воспринимает ее как что-то нормальное. Есть зло, но совесть запятнана, загрязнена, осквернена и становится лояльной к форме зла. Становится продажной, развращенной. Она начинает человека вводить в заблуждение. Давайте посмотрим на такое место. Второе Коринфянам посмотрим. Нам нужно понять, что делать в таком случае. Если человек уже вступил на путь исправления, а совесть, она не выполняет свою функцию, она запятнанная, она оскверненная. И это можно, и на зло не реагирует. Как поступать человеку, да? Второе Коринфянам. Сейчас, одну секунду. Семь один. Я вам другое место привела, но их много. Начну с этого. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем, от скверны плоти и от скверны духа. И вот эта скверна духа, это и есть оскверненная совесть. Давайте еще одно место посмотрим. Тита 1.5. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил во всем, по всем городам пресвитеров, как я тебе приказал. Происходит вот такое, такая вот ситуация. И в 15 стихе написано: для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Тоже обратите внимание на этот стих. Павел ставит Тита на Крите, чтобы обучать людей истинам Божьим, чтобы вот это состояние, оно изменилось.
Потому что для чистых, вы заметили, что мы говорили о том, что если человек доверчивый, он всех считает доверчивыми и открытыми. Если человек честный, он всех считает честными. А если человек, ну, скажем так, у него слишком много негативного опыта, то он не доверяет никому. Знаем таких людей. Он не доверяет никому. Слишком много было в его жизни то, что повлияло и на стандарты человека. И вот это относится и к осквернению совести. 15 стих еще раз. Тита, 1 глава. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого. Но осквернены и ум их, и совесть. Посмотрите, о чем говорят люди сегодня на улицах. И понятно, почему они так живут. Потому что все плохо. Заметьте, ничего хорошего нет. Все плохо, что бы ни сделали, все плохо, все мало, все со знаком минус. Оскверненная совесть. И есть еще один без совести, злая или порочная совесть. Вот здесь уже упорство в грехе, вот сначала упорство, оно сначала совесть загрязняет, вот она становится оскверненной, упорство в грехе. Постепенно размываются ее стандарты, она такая запятнанная, загрязненная, совесть становится восприимчивой к злу, допуски, мораль, она становится иной у человека. И это начало, когда человек в грехе упорствует, сначала вот происходит вот такое действие в совести, а затем, наконец, делает ее порочной. И вот в этом состоянии сам суд совести, а она должна судить, да, что хорошо, что плохо, он будет вступать в разногласия и даже где-то полностью противостоять здравости, которая согласна с Богом. Вот то, что Господь считает чистым, совесть начинает спорить с Богом здесь, потому что она уже злая, она порочная. Это состояние, оно тоже вот описано, давайте мы его прочитаем. Есть два места, которое говорит о злой и порочной совести. Я сначала открою Евреи, а потом мы еще прочитаем Римлянам. Я прям так вырываю из контекста, чтобы вы видели, что выше, ниже можно взять контекст, но здесь именно говорится о том, о чем мы с вами говорим. Евреям 10 и стих 22. «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистое». Краплением очистив сердце от порочной совести. Это можно сделать, очистить от порочной совести. Давайте еще Римлянам прочитаем и затем чуть-чуть закрывашечку небольшую сделаем. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилосердны. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти,
однако не только не делают, но и делающих одобряют. Злая, порочная совесть. И это, знаете, из разряда, вот когда человек, ну, пример приведем, человек жил до Бога, и украсть было в России такого много. Ну, что плохо лежит, да? Пусть не кладут плохо. И с совестью это продолжается и после покаяния. Совесть говорит, бери, бери, бери. Мы ее характеристики здесь прочитали. Здесь и блуд, тут и лукавство, тут и корыстолюбие, и злоба. И все то, что человек делал ранее, он продолжает делать, чем прикрываясь. Да чем угодно. Может сказать, праведник 7 раз упадет и поднимется. Но он не собирается меняться. Если праведник, у него действительно идет обличение совести, ему плохо от того, что он делает непотребные вещи, скажем так. А злая, порочная совесть, она в этом имеет наслаждение. Она не собирается меняться. Она не собирается очищаться краплением. Она постепенно оскверняется, размывается. И то, что когда-то, даже будучи не в завете с Господом, человеку явно казалось растлением, то со временем это стало совершенно естественно. Это касается и порнографии, это касается и всех вот таких вот разрушающих и тело, и душу вещей, которые вот здесь вот очень хорошо описаны в Римлянах. Что происходит? Вот заметьте, что закрою сейчас, потому что я вас не вижу, мне сложно так разговаривать. Заметьте вот такие вещи, что когда человек, будучи в Боге уже, он уже покаялся, он уже исповедовал все грехи, но не проходит чувство вины. Слышали так? Они каются и каются, каются и каются, а чувство вины не проходит. Это уже совесть, она начинает долбасить человека. На основании Писания уже сказано, что если вы, будучи праведниками, исповедуете свои грехи, то он, будучи верен и праведен, он прощает. Уже Бог простил, а человек себя простить не может. И это касается очень многих вещей. Очень часто люди не могут простить себя за аборты. Очень часто люди не могут простить себя за разводы. И так далее, и так далее. И совесть продолжает бить, держать человека в вине. И что в таких случаях? Вот просто, знаете, как это тема нашего будущего разговора, но уже сейчас можно сказать, что если это не сообразуется с Писанием, вы нашли в Писании, что человек покаялся и сделал это от чистого сердца, то Бог, который простил, а мы не выше Бога, то мы занимаем позицию Бога. Мы своей совести говорим, утихни, замолчи. Изменись под Писание. Измени себя, переформатируйся. Поменяй свое содержание, поменяй свое основание. Вот таким вот образом и наш дух, который имеет вот эти 3 составляющих, знание, совесть и общение с Богом, через общение с Богом, через Слово Божье, начинает восстановительную работу с совестью. Мы увидели, что вариантов совести масса. И сожженная, и раненая, и немощная, и оскверненная, и вообще такая, которая не приведи Господи. Сожженная совесть вообще. И есть люди, вот как говорят, у тебя совесть вообще есть? Бессовестные люди. Голос совести настолько задавлен, что человек творит все, что угодно, оправдывая себя. А иногда есть обратный момент, когда вот эта совесть, искаженная грехом, очень долго человек был без Бога. Очень долго стандарты этого мира, они обучали его как надо, как не надо. Что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо. И мы увидели, что накопительная часть того, какое основание совесть закладывает для себя,
Она сделала человека беспринципным, она сделала его блудником, прелюбодеем, оправдывая при этом. Уже размыты стандарты. И вот когда мы разворачиваем эту ситуацию зеркально, человек уже праведник, а совесть продолжает его долбить. И продолжается вот это чувство вины. Поэтому Бог и Писание, и Слово Божье о нас – это выше любого нашего звучания совести внутри нас. Ты виноват, покаялся – мало покаялся. Делаешь дела – мало делаешь. Постишься – мало постишься. Делаешь – мало делаешь. Жертвуешь – мало жертвуешь. И совесть постоянно говорит: плохой, плохой, какой ты праведник, да ты грешник, да посмотри на себя, а что у тебя поменьше? Совесть продолжает человека гнобить. Бог уже говорит, любит, а человек принять не может. Как можно любить, если идет постоянное обличение внутри? Видели таких людей? Они не могут принять сыновство, они не могут принять любовь Бога. Для них отец, ну точно не папа. Вот у меня так тоже было. Ну какой папа? Отец Небесный. Мы это кто? Персть? Люди греха, ничего не стоящие, рабы ничего не стоящие. Перешагнуть через этот рубеж нужно очень серьезное сотрудничество с Духом Святым, чтобы сожженная совесть, она перестала мучить человека. Да, есть люди, которые очень поздно пришли. И вот еще один рычаг, духовный рычаг, который может держать человека в заточении. Кто? Он сам. Его неизмененная совесть. Поэтому я считаю этот урок архиважным для нас и очень полезным. Я предлагаю все-таки зайти нам в сессионные залы. Давайте еще раз посмотрим на слайд. Запишите себе все три задания, все три первых задания. И я, может быть, даже сейчас сделаю такой ченч, скажу для первого зала: слабая, немощная совесть. Приведите пример. Для второго зала будет сожженная совесть. Что это значит, сожженная совесть? И для третьего зала злая, порочная совесть. Вот так возьмем. Напишите все три, потому что вы не знаете, в какой зал попадете. Но я для себя помечу, что мы работаем с вами с характеристиками: слабая, немощная совесть, сожженная совесть и злая, порочная совесть. Слабая, немощная совесть на этот вопрос будет отвечать зал номер один, сожженная совесть – зал номер два и злая, порочная совесть – зал номер три. Я останавливаю демонстрацию, еще раз повторю, и мы с вами сейчас всем нашим составом разделимся на три группы и зайдем в сессионные залы на 15 минут. И затем выйдем и поделимся. Он занимает какой-то пост, ну, например, в церкви, да? Вот. Но мы также пришли к выводу о том, что вот слабая совесть, то есть вот такая колеблющаяся, незрелая совесть, она имеет шансы стать зрелой. И вот этим средством созревания является, несомненно, Слово Божие. Когда человек погружается в Слово, принимает его, следует ему, постигает истину, приобретая ее, то его совесть укрепляется, и он обретает свободу. Вот. И мы привели примеры, когда человек имел некий грех, и он пока еще вот зрелую совесть имел, он как бы и выключал сам себя, да, переживал, но обретая свободу, он избавлялся от этого, то есть его вырывал и окрепло. Вот наше мнение такое. Спасибо, первый зал. И, пожалуйста, второй зал. И ваша тема. Сожженная совесть. Не совсем все было, ну, всем понятно, но рассуждая, пришли к такому, ну, к пониманию более точному. Ну, вот это место 1 Тимофея 4.2. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. Это люди, которые, ну, творят беззаконие, и совесть их не обличает и не мучает. И они оправдывают себя.
И в них вот это вот упорство спорить с Богом. Это немножко за злое. И вот они даже хвастаются своими вот плохими делами. Они, в них уже гордыня такая вот. И возвышают эти свои поступки неблаговидные. И радуются злу. Это вот такое зло, которое уже нет возврата. Нет обращения человеку, Господу. Но оно уже просто ну, невозможно. Потому что сгорело все. Ну вот такое наше понимание. Давайте это место еще раз прочитаем. 4 глава, 1 Тимофея. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, вникая духом обольстителя и учением бесовским. Да. Через лицемерие лжесловесников, сожженных совести своей, запрещающих вступать в брак, употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарностью. Ибо всякое творение Божье хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением. Вот эта вот сожженная совесть, она, знаете, еще относится к разряду, говорят еще, религия, да? Учения бесовские. Вот практика запрещать все и вся, искажать истину Божию, держать людей в несвободе, в ограничениях. И вот сожженная совесть, она неисцеленная совесть, необновленная, неокрапленная. Она ведет человека вот к такому законничеству. Люди сознательно, осознанно идут на то, чтобы держать людей в несвободе. Другая сущность руководит, не Божья. Не Божья явно. И, пожалуйста, третий зал. Спасибо второму залу. Третий зал. Вот, а поручили мне говорить на зале нашем. Вот, что такое оскверненная, грязная совесть? Это совесть, когда человек воспринимает зло как обычное явление. Это совесть продажная, развращенная, совесть, которая лояльна ко всякому злу. Эта совесть, она наносит ущерб и духу, и уму, и в результате поступков человеческих. Вот. И через вот эту совесть человек, он смотрит и оценивает действительность, которая вокруг него. И эта совесть, она может даже отвергать Бога, спорить с Ним постоянно. Это люди, погрязшие в греховности. Это приносит полное разрушение человеческой личности. Они упорствуют в грехе, спорят с Богом постоянно, не заботятся даже иметь Бога в своем разуме. Вот, на все свое личное мнение, и они его отстаивают, это личное мнение, они имеют на все свое личное мнение. Вот, это постоянное оправдывание своих самых низких пороков, самых злых, и даже они могут в этих действиях своих, в аргументах в этих, они приводить даже Слово Божье, основываться на нем и утверждать, и оправдывать вот эти свои злые поступки. Вот это целенаправленное действие, осознанное действие человека. Человек прекрасно понимает и осознает, что он творит, но его вот внутренняя суть, она уже до такой степени изменена, вот, что он 100% уверен только в своей правоте. И он пытается убедить в этом своих людей, которые окружают его, и утвердить и их в этом понимании. Вот. И это очень серьезный тормоз в развитии человека как личности, и это путь к его полному падению, полному разрушению. И это самый большой грех в себе содержит, хула Бога. Вот это вот такая совесть. И поэтому исправить такого человека посильно только Господу, по молитвам святых, вот, потому что к словам людей такой человек не прислушивается, это не авторитет для него, и только молиться, и чтобы Господь через какие-то обстоятельства, через его инструменты, через свои пути, он затронул такого человека, и этот человек упал на колени и закричал: «Я здесь, я твой Господь». Аминь. Хорошая работа, замечательно, третий зал, замечательно, хорошая работа, мы закрепили этот материал, это было важно, пока он свежий, закрепить его важно было, поэтому завершаем с огромным удовлетворением от урока. Давайте мы сейчас помолимся, последнюю молитву
я попрошу Елена Клименко завершить наше служение молитвой. Господь, мы благодарим Тебя, Господь, за сегодняшнее это слово, за вот такую трезвость, за такую ясность. Твое слово, оно нас обогащает, оно нас изменяет. И, Господь, Твое слово, оно нас обличает, учит, Господь. Спасибо Тебе за просто вот эту распаковку сегодняшнюю. И благослови каждого на этой площадке. Мы благословляем Ольгу Петровну. И, Господь, предстоящую эту неделю благослови, распусти нас с миром. И мы благословляем и обнимаем друг друга. Шалом, шалом. Благословений всем. Большие молодцы. Шалом, шалом, дорогие. Шалом. Всем шалом. Шалом, шалом. Пока-пока. Всем большой любви.